Ну что, утро доброе, если бодрое, только потянулись. 4 часа дня я только проснулся, вам нравится этот стиль? Я забыл поставить будильник на 11:30. Поставил будильник на 11:30, точнее, на вторник. На вторник у меня стоит будильник на 11:30, блядь. Все ок вообще. Соответственно, сегодня-то воскресенье, хотя я думал, что понедельник. Ну и все, и я проспал до 4 часов дня. Думаю, сейчас пойти навести порядок в квартире. В принципе, вот этот день уже прошел, слава богу. Увидимся в понедельник, получается. Может, что-нибудь, конечно, приготовлю. Думал приготовить, может быть, курник или пирог капустный. Но что-то как будто бы впадло, знаете? Что-то как будто впадло. Ну, подумаю. В гости поедем? В гости. Поедем в гости. Ну, сумка современной бабушки, посмотрите. Ну, что вот у меня, как вы думаете? А тут у меня перчики, цукини, аджика домашняя, кетчуп, овощи, собачья еда. И все для прекрасного шашлыка. Угу. Прелесть. Ну вот и все, понимаете, таким вот потрясающим образом. Я возьму себя, собачек, курточку, это тело, эти ноги, и поеду на шашлык в изумительном комфорте. Кому-то он снился, а я уже в нем, рубрика. Ну, кто едет в гости? Ай, какие все красивые. Ай, какие красивые все. Ой, какие красивые. Кто красивый такой? Ну, пойдемте скорее в гости. Пойдемте. Пойдемте, 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 пойдемте. Мишуськи, пойдем. А на улице-то как будто бы холодно, а во свитерах. Ну, ладно, у вас есть сменная одежда, если что. Если что, есть пуховичок, да? Ну, побежали, побежали, все бежим. Ты, как всегда, со мной одна смотришь сериалы мои. Стешенька. Ну, сериал опять новый смотрим. Ну, иди ко мне сюда. Иди ко мне, будем вместе с тобой смотреть. И Мишенька пусть идет сюда. Ну, Мишенька же не любит нас сериалы. Короче, Юля пошла в баню. Я в баню не иду. Мы смотрим сериалы, как всегда, со Стешей, потому что Миша сериалы не любит. Миша любит зато про динозавров истории, да? Но я сегодня включать вам ничего не буду. Вы и так сегодня поели рагу с уткой из цукини. У вас сегодня в воскресенье праздничный день еды. Вот. У нас праздники. Необычную еду мы едим, да? Необычную, а такую, типа. Немножко человеческую, но все равно ППшную, да? Ну вот.